Ельге Тағзым. Под таким названием прошел музыкальный вечер артиста казахского национального оркестра имени Курмангазы Азамата Ашнарова и дирижера камерного государственного оркестра Акжелен Мируэт Мукановы. На ласкающем слух представлении побывала и наша съемочная группа. Название нашего вечера – Ельге Тағзым. Такое название концерт получил, потому что мы 10 лет назад покинули родной дом и уехали в Алматы. И в благодарность родному краю нашим учителям подготовили большой музыкальный проект. Можно назвать этот концерт отчетным. Сегодня я выступлю не только в роли дирижера, еще мы сыграем на музыкальных инструментах. Я в том числе исполняю и кюи. Они покинули малую родину, чтобы добиться успеха. Азамат Шнаров и Мируэт Муканова вернулись при Урале, чтобы порадовать земляков своим талантом. Творческий вечер пришелся по душе каждому зрителю. Помимо классических кюев, звуков народных инструментов, на суд местным любителям музыки представили и композиции Мухита. Это отличный концерт, поскольку двое наших земляков – люди очень творческие. Мы пришли насладиться их талантом. Это настоящий праздник музыки. Такие концерты для молодых талантов являются большим уроком. Мы идем по стопам известных людей искусства, смотрим на их творчество, берем с них пример. Зрители не остались равнодушны к талантам Азамата и Мируэт. Мастера музыки буквально рукоплескали на протяжении всей концертной программы. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.